на небеси, на земле славима. Яже на небеси, на земле славима. Отца и Сына и Святого Духа. В сегодняшний день, братья и сестры, мы участвуем в великом торжестве. Принесение в нашу святую обитель святынь, связанных с Божьей Матерью, ее честного гроба, откуда она воскресла при своем славном успении, часть ее пояса, который она оставила святому апостолу Фоме, уверяя его о своем воскресении впоследствии, являясь апостолом со словами «Аз есмь с вами и никто же на вы». Часть мафория ризы Божией Матери, которой когда-то патриарх Константинопольский омочил в водах пролива Босфора, и буря разметала вражеские корабли, и вражеское войско, которое осаждало Константинополь, было уничтожено заступничеством Божией Матери. Величайшие святыни, святых мощей ее, святых родителей, Бога-Отец, которых Церковь так почтила великим таким званием Бога-Отцы, и на каждом отпусте, на каждой службе поминает их имена, святых праведных Бога-Отец и Якима и Анны. И мы в сегодняшний день собрались у этих святынь, чтобы помолиться, братья и сестры, о нашем многострадальном Отечестве, чтобы, посещая нашу святую обитель, Господь посетил благодатью мира, единомыслия, благодатью какого-то взаимопонимания и братской любви друг к другу, о которой заповедал нам Господь, посетил все наше Отечество, чтобы прекратилось это безумие междоусобной братоубийственной войны, в которой нет никакого смысла и никакой пользы нашему Отечеству, а одно только разорение, беда, горе, слезы и несчастье. Мы будем, братья и сестры, молиться у этих святынь, чтобы Господь помог вырастить и духовных наших чад, и родных наших детей и внуков воспитать во благочестие, потому что мы будем самым богатым народом, и самым счастливым народом будем, если братья и сестры, дети и внуки будут жить в христианской нравственности, в христианском благочестии. И Бога Отцы Яким и Анна даруют нам таковой пример, что
что нельзя достичь такового высоты духовной, высоты нравственной в ребенке, если отчуждать ребенка от храма Божия, от благодати Божией. И Акима Анна, которые скоро мы будем праздновать введение во храм Божией Матери, которые в трехлетнем возрасте привели свою дочь на воспитание в храме Божьем и не оставляли до самой своей кончины. Иоаким и Анна посещали ее в храме, а когда умер Иоаким, то Анна переселилась во храм, чтобы жить рядом со своей дочерью. И до остатка своих дней земных она пребывала, воспитывая ее не только словами, но и примером своего деятельного материнского благочестия. И мы в сегодняшний день собрались, братья и сестры, для того, чтобы почтить эти святыни и помолиться с усердием перед этими святынями и за Отечество наше, и за детей, за наших, как часто их называют, наше будущее. Так вот, от этого будущего, от вечного, своих детей, братья и сестры, старайтесь не оторвать, а чтобы это будущее было для них счастливой, радостной, всеблаженной вечностью и утешением для каждого из нас, что мы воспитали таковых детей. Дай Боже, чтобы сегодняшний день была молитвенная помощь к нам, Богоотцев, и Акима, и Анны. И мы, здесь стоящие братья и сестры, не просто простояли молебен, а чтобы во время молебна молитвою беседовали и с Божьей Матерью, и с ее святыми родителями. Беседовали о том, что у каждого на сердце, о чем у каждого болезнует душа его. И верьте, братья и сестры, Божья Матерь наша духовная мамочка, а духовная наша дедушка и бабушка, Яким и Анна, они в сегодняшний день с особым чувством материнской теплоты и родительской заботы будут слушать ваши молитвы и вместе со своими молитвами сплетая, принесут их к престолу Бога Вседержителя в Троице, славимого Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.